Итак, с большим удовольствием хочу познакомить вас с моим следующим гостем. Оксана, доброго дня, как настроение? Всем привет, меня зовут Оксана, у меня отличное настроение. Расскажите, какую компанию вы представляете? Я представляю компанию «Рижский хлеб». Особенности хлеба, который вы производите, расскажите про него. Это хлеб, который можно есть и не толстеть. Как вы придумали такую формулу? Что лежит в основе, скажем так, этой идеи, этого продукта, что можно есть хлеб в неограниченном количестве и при этом быть в отличной спортивной форме? Потому что наш хлеб состоит из цельнозерновых злаков, а еще у нас есть продукция без использования муки. Слушайте, это очень здорово. Я так думаю, что большое количество фитнес-блогеров сейчас просто побегут на сайт «Рига Хлеб» для того, чтобы посмотреть, где вообще все это можно приобрести. Кроме сетей, есть еще какие-то необычные места, где можно приобрести вашу продукцию? В Ленте, пожалуйста, заходите. Озон. Вот, кстати, заказываем на дом, да, кушаем. Можно просто парочку ломтиков хлеба с собой взять на работу. Он отлично утоляет голод и при этом содержит все микроэлементы, омега-3, витамины. И способствует потянутой хорошей фигуре. Слушайте, ну круто, хлеб, от которого ты не полнейший, это очень здорово. Какие еще продукты планируете выпускать, может быть, в 2020 году? Потому что я так понимаю, что планы у вас амбициозные и не только на хлебе. Хотите остановиться? Конечно, конечно. Мы выпускаем сухарики разнообразных вкусов, печеньки. С бельгийским шоколадом у нас используется продукция. То есть все на высшем уровне. Слушайте, ну это очень здорово. Кстати, кто находится в экспо-форуме, можете подойти к нашей стойке, мы дадим вам бесплатно буханку хлеба. Где дегустировать, самое главное? Давайте, скажите ваши координаты стенда. Стойка C14. C14, приходите дегустировать вкусный хлеб. Это хлеб, от которого не полнеешь. Да, мы все пошли, я предлагаю, сопровождайте меня. Пошлите, пошлите. Все, уходим.